Привет, ребятки. Как вы знаете, я сколько-то недель назад ушел с канала. У меня нет просмотров, нет даже подписчиков, но, блин, я очень бы хотел подписчиков, хоть каких-то, и потому что, блин, я снимаю много видео, а вы меня даже не благодарите за это. Ну, это довольно-таки неприятный момент. Поэтому я предлагаю. Смотрите, я засниму это. Я сегодня буду снимать видео, как я буду проходить. Ну, как я буду пытаться проходить хоть на чуть-чуть X-Step. Да, я собрался пройти X-Step, но на полное прохождение я не буду говорить, что я его пройду. Мне надо примерно месяц, может, чтобы я его прошел. Да. Ну и поэтому сегодня будем снимать видео, как я прохожу разные уровни. Видео будет не сильно длинное, но и не сильно короткое. Будет примерно 10 минут. Вот такой саундтрек прикольный. Да. Ну да, он довольно прикольненький. Для хардера этот уровень очень хороший. Ну, прям ему хард подойдет. Хотя он мне сложнее этого. Мне он как-то сложнее X-Step, но не знаю. В X-Step'е просто есть бесящие моменты. Вот, волна кажется легкая, но я ее не могу пройти. Ладно. Кстати, ребят, да, пока меня не было, я поменял даже акулу. Куб я поменял. И еще поменял на вот это. Ну, это, как всегда, осталось у меня. Робот у меня, как всегда, этот же офигенный. И спайдера нет. Да попытаюсь я пройти X-Step. X-Step проходил не я, а мой друг. Да, ребятки, сори, что я просто 3 минуты говорил и даже не проходил. Ну а сейчас мы погнали к прохождению. Так, первая попытка. Погнали. Думаю, я хотя бы пройду на процентов так 20. Угу. Так, 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 так. Монеточку даже собрал. Хоп. Так, так, так. Хоп, хоп, хоп. Отлично. 30% есть. А, все, самый сложный момент. Ну, для меня. Хо-хо-хох. Дальше будет вроде бы легче. Ой-ой-ой, чуть не слился. Хопа, 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 хопа. За что? За что? За что? За что? Ёпта, мопта! За что? За что? Где я проходил 100 лет? Ё-моё, это X-Step, ёбаный! Да пошёл он в сраку, это X-Step, ё-моё! Дебил!